приехали в гости в островок, он много животных, очень много собак. Ослики, барашки, козлики и котики. Кабанчики. И кабанчики, естественно. Олеся у нас, как всегда, позирует. Вы посмотрите, заметьте, видите, она прям всегда сразу. Настоящая леди сразу в улыбке, в позе. Алисия, давай. Какая прелесть, какая прелесть здесь у нас. Я завтра на работу не приду, у меня тут медотвод. Медотвод, какой ты сильный. Закрой, нельзя, не разрешайте ему так делать. Алисия самая довольная. В жизни мы встречаем очень много добрых людей. И с таким человеком мы сегодня познакомились. Доброта этого человека не имеет границ. Ее глаза выражают счастье, потому что она рядом с теми четвероногими друзьями, которых она приютила. Они беззаветно любят Ирину, того человека, который открыл мир, мир добра и счастья у себя в так называемом доме, который мы называем островок. Хотелось бы от всего коллектива, в частности от студентов, которые приехали и которые не смогли приехать, но помогли вот этими подарками для ваших животных, выразить вам огромную благодарность за ваше доброе сердце, за то, что вы спасаете жизни вот этих вот необыкновенных существ. Спасибо за весь ваш труд, который вы посвящаете им 24 часа в сутки, за ту любовь, которую дарите. За спасенные жизни и за счастье, то, что мы увидели, как они у вас живут, глаз не оторвать от этих счастливых физиономий, и мы остались в абсолютном восторге, посмотрев все ваше хозяйство и как вы нам смотрите, какое счастье у нас в ногах, насколько они благодарны. Пока мы боль чужую чувствуем, есть в нашей жизни оправдание. Понимаете, мы должны жить ради других. Иначе мы все увязнем в черствости, в сухости. Мы не должны позволять этому. Наше сердце должно трудиться. Мы долго с вами собирались, почти полторы недели готовились, выкладывали информацию, думали, куда мы кого навестим, каким животным что привезем. И вот у нас все получилось. Образец у нас Ирина, которая этот островок добра, мира, покоя, потому что животные тоже у них эмоции, что у человека, они тоже хотят дома, покоя, добра. Это и им присуще, каждому живому человеку, каждому, Господи, живому существу хочется и доброты, и ласки. И чтобы у них был дом, крыша над головой. И семья. И семья. Они живут этим островком, да, и этим, скажем так, островком добра и мира. Это их мир, их семья и их дом. Они здесь живут, и они здесь счастливы. А мы с вами делаем эту жизнь их немножечко краше. Привезя им капли вот для глаз, ушные капли, какую-то еду. Вот, и мы все делаем доброе дело. А вы у нас огромные молодцы. Да, спасибо, ребята, огромное. Вы уже как спасительный друг. Вам тоже спасибо, что вы помогаете. Лёля. Лёля красавица. Не понимаю, как... Красавица. Да. У меня же сама... Леди настоящая, красотка. Самое это, никакие ваши красотки не сравнится с Лёлей. Ты мой зойка такой, ты мой зойка. Филя, сынок, Филя.
Филя. Филя. Вот пальцев не суть, пальцы. А, Саша, аккуратнее. Пошире, вот тут пошире, вот сюда. Аккуратно, пальцы. Филя, Филя. Вот это поросенок, вот это Филя. Ой, дайте, Алисе, ты что, дайте кусочек. Остался пирожок. Дайте Алисе кусочек. Су, она подальше, прям су, подальше, вот так. Какие у тебя впечатления от поездки? Мне очень понравилось. Собаки добрые. А ослик тоже. Да, который чуть не отец. Еще когда-нибудь сюда приеду. Какие у тебя впечатления от поездки? Мне все очень понравилось. Блин, а моя уж убежала. Я бы сюда еще приехала. Ё-моё. Это Кай. Тебе конкретно привезем чего-нибудь. Вкусняшек каких-нибудь. А, да, здесь. Беатриса. Самая любвеобильная собака. Это Алисия. Так, коллеги, собираемся. Душа, душа. Все, до новых встреч. Ведите себя прилично. Слушайтесь маму. Да нет, там еще. До свидания. Спасибо. Приезжайте в наш островок. Ура! Вы к нам приедете еще в гости? Да, мы приедем к вам в гости. Наш волонтерский центр «Мир» будет с вами сотрудничать. Ура! А потеплеть мы будем все чаще и чаще приезжать. Ура! Давайте-ка пока, до встречи. Мы вас ждем. Мы обязательно приедем еще.